И всем привет, всем браток, и мы продолжаем играть во FNAF 7. Я не знал, что я вернусь в нее. Даже, наверное, никто не знал, что я вернусь в нее. Но я вернулся из-за того, что вышел он официально на андроиде. Я просто рад. Не, ну как рад? Ну, нормально вообще-то так. На андроиде вышла она вообще нормально. Ну да, я тут уже поиграл специально. Набрал нам снова эти 5000 очков, да? Ну и да, кстати, тут челленджи совсем другие. Это видно. Мой рекорд сейчас 5000 очков. 50 на 20 я прошел 47 секунд. Но 1 АМ я выжил все-таки. Ну, я не знаю, ребят. Ее в Play Market, кстати, наверное, трудно найти. Я даже сейчас посмотрю, секунду. Нет, смотри, все-таки она есть. Все-таки она стала популярной теперь. Как я вижу, да? Ну да, походу, да, она стала популярной, теперь видно. Теперь переходим к следующему. Так, вот мы перешли снова в игру. Да, все-таки Play Market теперь можно ее легко найти. Просто пишем FNAF 7, скачать и все. Ну, в Play Market. Кстати, да, она платная. Да, она платная. Но я скачал сразу взломку и бесплатно ее скачал сразу. Ну, вы скажете, фу, читер. Не, я не читер. Я, ребят, могу сейчас их отключить, кстати. Мы поиграем без читов. Ну, можно, кстати, их оставить, читы, потому что, ну... Что нам тут смотреть, если мы уже все делали? Я, смотрите, могу только взять, смотрите, вам показать, наверное, Фредбера. Который самый секретный во FNAF 7, кажется, да? Ну, там, кстати, один новый, как раз он и есть. Давайте как раз его и возьмем. Самое главное, если у кого есть на андроиде, может там, ну, может там где-то бесплатно скачать ее. И у меня посмотреть видео, и как это Фредбера секретного вызвать. Знаешь, как мы помним, что мы это не смогли его вызвать в той официальной. О, неофициальной. Но здесь она по-любому работает. Давайте сейчас и выясним это. Как сказать, по виду управления, по поправлению, знаете, очень легко стало. Да, читы включены. Все замечательно. Энергия бесконечная. Да, вот шапка появляется у нас здесь. А теперь вызываем голодную Фредди. Одного единственного, который здесь вообще есть, этот голодный Фредди. Ну не, но есть тут Фредбер кошмарный, но есть голодный Фредди тоже. И да, знаете, знаешь, что я хочу сказать? Игра очень сильно лагает. Так, короче, мне уже, наверное, не повезло, да? Мне интересно, ну, когда она, кого вызвала? Нет, ребят, походу уже не получится, надо выходить нам отсюда. Из-за DD она нам помешала. А, Блумбай, ну вызвал, ну ладно. Не так уж страшно. Видите? Вот если я сейчас отключу все это. У нас, по идее, не должно лагать. Я все отключил. Потому что если поставить на максимум. О, смотрите, как классно стало. Ой, слишком рано.
если нам поставить на все на максимум, то игра очень сильно лагает. Я даже не знаю почему. Но сейчас намного легче стало. Игра очень много поддерживает, кстати, я не так уже понял, да? Это надо играть на каких телефонах? Это стоит по 100 тысяч, да, что ли, эту игру? Да. Вот я попробую, блин, его вызвать. Долго ты будешь появляться. Блин, один раз получилось, второй раз попался. Я надеюсь, скример хотя бы не будет лагать. О боже, ребят, я устал. Мы должны это сделать, мы должны вызвать его. Я устал, ребят. Осталось 30 секунд. Голден Фредди, ты появишься или нет? Так, короче, у нас не получилось, да? Дубль второй. Вот он, наш самый секретный Фреддер. Самый секретный из секретных. Вот, ребят, не знаю. Вот FNAF 5, я думаю, мы будем, наверное, проходить основной. Ну, там, поиграем, наверное, чуть-чуть. Там просто, ну, Golden Freddy, который там, все на 20. Это для меня вообще невозможно. Это такой у меня жопа быть там. У меня гореть будет. Плюс он мне сложно без наушников. Я ищу плюсом. Для меня это сложно будет без наушников. А вот насчет FNAF 7 проходить челленджи, я вот не знаю. Может, на тор поиграем немножко. И, наверное, закончим на FNAF 7 уже навсегда. Потому что у нас уже много. Много вышло. По FNAF 7 видео. Даже больше по FNAF World уже. Но не два раза. Я не знаю, что дальше потом. Растем против зомби тоже скоро закончим уже вот. Завтра. Ой, вы завтра. А, ну да, завтра. Для вас завтра, для меня вчера уже закончили. Потому что я снимаю видео когда? Я снимаю видео 11 мая. А чтобы его выложить, я выложу его 13 мая. Да. Ну я... Что там еще? А, ну да, кстати. Давайте сейчас читать отключим. Блин, я забыл, где читы находятся. А, на столбик. Отключить, отключить, отключить. Так, я отключил нам читы. И да, кстати, ребят. Наверное,
Я, наверное, с каналом, наверное, закончу. Не буду вол... Не, ну, не имейте в виду, что я закончу, прям брошу его. Я имею в виду, что видео там не будут выходить, летсплеи там не будут выходить. Я больше по реакциям. У меня реакция больше всего нормально выходит. Реакция очень такие, ну прям вообще. Я, наверное, летом, наверное, сыграем. Еще до конца все лето сыграем. И, наверное, закончим с летсплеями. И, наверное, перейдем к... К чему? К реакциям. И будут у нас только одни реакции. Так мы точно, наверное, будет у нас много подписчиков, потому что реакции многие смотрят, чем летсплей, потому что летсплей так себе. А реакция вот вообще замечательно. Но когда я вот когда я наберу с помощью реакции 1000 подписчиков, потом вернусь к летсплеям снова. Поиграем во что-то еще. А так-то я, наверное, потом уже закончу. Потому что, ну, мне не хочется уже так летсплей, мне реакция больше всего уже нравится. Давайте уже начнем, поиграем, что ли, что-то в челлендж давайте как-то сыграем. Я, наверное, хотел бы сыграть, знаете, во что? В хаос первого можно бы сыграть. Ну, не, наверное, ну, это сложно будет, но не. Нет, давайте просто создадим свой челлендж, короче. Что там сыграть? Мне кажется, вам тут все показал, потому что нечего тут играть вообще. Не, давайте читы все-таки включим, наверное. А что я зря? Зря что с читами не скачивал. Так, давайте. Ну, что тут сыграть? Давайте сейчас зайдем как раз челленджи. А, кстати, да, офис у меня есть новый. Я так его не включал. Челленджи, челленджи, да, челленджи. И сыграем хаос первый как раз. Мы закроем все двери. Так, смотрите. Сейчас я посмотрю. Так, значит, смотрите. Мне нужно все двери закрыть. Не издавать шума. Так, двери если закрою, кошмарный Фредди... Фредбер у нас отходит. Кошмар у нас отходит. Балор у нас отходит. Кто у нас еще отходит? Авто у нас отходит. Четыре у нас аниматроника уже отходит. О, блин, Рокстер Бонни. Вот с ним я знаю, это жестко с ним. Так, Рокстер Фредди у нас тоже отходит, потому что без бесконечные монеты. Так. Той Фредди. Так, у нас Global Music я включу. У нас смотрят, отходит. Фантом Манго у нас отходит, потому что, ну, такая себе. Ничего. Итак, он остается у нас. Значит, и Рокс. Ой, Рокстер. Фантом Чика. Чипер. Хелпи. И вот эти у нас. Банда эти какая-то. Тоже отходит у нас. Я хаос первый не могу включить. Что за бред? О, хаос первый. И лодочник у нас тоже отходит. Старик, который у нас. Остается нам, значит, не издавать звука. Рокстер Бонни, Той Фредди и... Рокстер Фокси, да? Все, у нас остается 4 аниматроника, значит. Ну, хорошо. А, нет, еще у нас Джека Чика отходит. Но я вентилятор не буду выключать. Пусть у нас будет он горит. И гоу, давайте. Гоу. Вот с Бонни тоже будет сложно, кстати. Будет мешаться иногда. Так, закрываем все двери. Global Music включаем. Так, нам... Блин. Не-не-не. Вот он, гитара. Все.
Блин, я забыл. Тихо. Вот здесь еще поставь. Так. Так, вот что проблема. Я вот так сделаю пока что. Так. Поживем. Походу мы выиграли, да? Но еще не факт. Пошел, пока. Я пошел выигрывать. Есть. Хаос первый у нас пройден. Это очень даже хорошо, хаос, потому что, как считается, хаос первый, второй, третий самый жесткий ночей, но без читов возможно пройти. Без читов можно пройти. Но сложно. Не знаю, вот на хаос третий, ой, второй, я вот не знаю. Игрушки, значит, смотрите. Тонус отходит сразу. Фантом отходит у нас, да? Кошмарно было бы хорошо, что нету. Тонус отходит самый тут. Авто у нас, так. С дверями, что у нас тут? Фредди отходит у нас. Афтон. Так, двое у нас отходят от двери, да? Так, теперь с маской. С маской у меня все нормально. Эти двое отходят у нас. Марионетка у нас отходит. Голден Фредди у нас отходит. Фантомы отходят. Кошмарный Бонни, кошмарный Мангл Бэйби у нас отходит, потому что я игрушки могу купить спокойно. Ростер Фредди у нас тоже отходит. Ростер Чико, вот это у нас уже жестко будет. С Ростер Чико, я знаю, оно сложное, кстати. Кто-то сюда меня все время. Не знаю. Ну тут не так уж опасно, но опасно. Не так уж опасно, но опасно. Давайте попробуем, что ли. Но все самое что главное. Ты Фредди, да нету? Окей. Игрушки. Я не успеваю. Так, вот проблема. Она мне добавила. Блин, тебя тут не хватало.
Так. Мы прошли хаос второй. Вот это да. Фух. Второй хаос пройден. Ну, нормально, нормально. Все, ребят, на хаос третий я не рассчитываю. Для меня это impossible. Ну, смотрите, если мы пройдем хаос третий, нам останется самое легкое, кстати. Нам просто надо хаос третий пройти, все самое легкое у нас остается. Ну, проблема, смотрите, в том, что у нас тут аниматроники очень жесткие. Вот с кошмарным голубоем этот самый жесткий. Самое главное, что мне фонарик тебе не нужно включать. Ну, тут 5100 очков, но это много, кстати. Но аниматроники жесткие. Самое, что мне тут опасное. Самое для меня опасное, это, ну, тут вентиляция, на, пофиг на нее. Игрушку я куплю. Самое страшное для нас, это кошмарный голубой, кошмарная марионетка будет у нас, да? И вот эти вентиляции, которые счастливая лягушка, хиппо. Я так не понимаю, как с ними бороться-то, блин? Свет против них не идет вообще. Я так не понимаю. Кстати, мы можем включить, кстати, нагреватель. Global Music тут... А, Global Music мне тут нужен, Left it тут нужен. Ну, Хаос, наверное, третий мы пройдем, наверное, в следующей серии уже. Потому что, ну, надо заканчивать. Я не знаю, как. Но я думаю, все-таки все челленджи пройдем, наверное. Нам сейчас осталось только Хаос третий там и пройти, и все. Старые друзья, ну, тут не сложно. Тут сложно быть с Чикой у нас. Потому что нет, все не разбери их какая-то. Женская ночь. Ну, тут женская ночь. Ну, как сказать, женская ночь не такая уж трудная будет. С лягушкой так будет, наверное, трудненько так. И монетку я могу купить потом в Phantom Foxy. Потом тут вентиляция. У нас вот, вот эта вентиляция самая сложная. Тут только придется нагревать и включать быстренько. Пока нагреватель нагреется, можно потом оставить вентилятор выключенным. И они тогда точно не попадут ко мне, потому что, как я знаю, вот эти аниматроники, хиппо, там, лягушка, там, свинья, они боятся этого огня. Короче, тут все так легко осталось нам. Хаос 3 мы с читами пройдем так и так. Ну, нам надо пройти всю игру, потому что, ну, что тут оставлять-то чуть-чуть. Ну, челлендж тут, ребят, чуть-чуть-то осталось тут. 5, 6, 7, 7 челленджев. Вот пройти бы сейчас челленджи в следующей серии Хаос 3 и Старые Друзья, останется у нас одна строка. Самая легкая. Ну ладно, ребят, давайте подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в следующей серии. Всем пока.